приветище! Мы пойдем искать красного большого робота. Вон оно, то здание, где, возможно, есть красные роботы. Надо было сюда ворваться на своем тракторе. Опа! В нас уже стреляют. Оп, где-то здесь стреляет. Получай! Выкусил! Что за кнопка, что нужно? Требуется ключ от склада. Осталось его только найти. О, КППшечка. Пойдет, разбираем все нафиг. Мы сейчас шлагбаум свистнем. Круто. Добрался бомжар до завода. А вот этот фонарь можно свистнуть? Ну, пожалуйста, можно я его заберу? Спокуха. Так это мой корабль. Нифига себе, куда я доехал. Надо захватить свой борт-журнал. Прям врываемся. Выпрыгиваем со своей тачки. Твою ж налево, выбежал, а у меня патроны закончились. Вот это неожиданно. Ну, значит, заехал домой, чтобы заправиться. И одновременно переделал весь этот драндулет. Смотри. Первый раз вижу такую тропинку. Идет какая-то тропинка наверх. Пойдем посмотрим, что тут у нас. Может быть, здесь где-то клад зарыт? Пиратская тайна. Опачки. Что это у нас такое тут? Понятно. Дедуля здесь у нас, значит. Ну вот, я-то думал, я здесь найду робота красного. О, нифига себе, да тут огромная база. Тут что, несколько дедов, что ли? Да не, вроде бы один. Вроде бы. Раз дед. Два деда. Нифига себе, вот это я удачно заехал. Дабл деды. Блин, ну вытаскивать я их отсюда не хочу, потому что я очень далеко от дома. Но это место я запомнил. Деды, не переживайте, я за вами вернусь когда-нибудь. Если не забуду. Ну, что могу сказать. Меня дома не было примерно где-то 3 ночи. Топлива у меня осталось совсем немного. Давай посмотрим, сколько. Дело в том, что я уже вернулся домой. Смотри, я потратил 27 канистр бензина я потратил. Катался везде только где можно, чтобы найти этих чертовых ботов красных. Но, как ты понимаешь, я его не нашел. Будем, значит, поступать по-другому. Брать на наживку. У меня не было давно огорода, и поэтому ботов красных тут и не водится. Давно пора что-нибудь посадить, у меня заканчивается продовольствие. Привет, мой пупсик, соскучился? Да, соскучился по мне. Значит, берем землю, максимум земли. Будем сажать обязательно морковку. Где морковка? Была же, была морковка. Где-то здесь у меня была морковка. Вот она, морковочка, удобрение. Картошку обязательно, свеклу, помидорки. Сейчас это все посадим. Единственное, только мой трактор надо как-то переместить. Убираем, значит, вот эти штуки. И он сейчас сам вниз едет. Ну, разве что подтолкнуть только надо. И раз, два, три, четыре, пять. Нифига. Ладно, сейчас перенесем. Не проблема. Пусть здесь постоит. Ух, давненько я этим не занимался. Нам нужно больше земли. Земля. Я ж могу делать землю, правильно? Я должен делать землю. Вот. Деревянный блок, песок, морковка. Морковки-то у меня нету. Это максимум. Ну вот, огород готов. Значит, через 8 часов на нас нападут. А мы пока займемся удобрением. Удобряем, конечно же, морковку, потому что нам нужно ее побольше. А у нас ее очень мало. Все остальное вырастет так. И заливаем все это из нашей канистры с водой. Вот она, канистрочка. Наш старый добрый трактор еще нас выручает. Помню, как я ездил на нем воду набирать. Огород весь залит, засажен. Через 5 часов ожидаем первый рейд. На меня, собственно. Ну, а пока мы в ожидании нашего рейда, пойдем проложим трубопровод. Трубопровод, о котором мы говорили в прошлой серии. Так, трубопровод нам нужен для того, чтобы наш производитель все автоматически закидывал в сундуки. Будем сейчас это пробовать сделать. Давай сделаем через перед чоном. И мы будем все видеть, как через нее все поступает, катается. Так, Пэтик, отойди, пожалуйста, ты мне мешаешь. Это не Пэт мешал, понятно. Во! Нашел нужную трубу. Отлично. То, что нужно. Остается нам только сделать где-то здесь дырочку. Вот так вот. Вот эти же штуки можно растягивать. Вот это максималочка. Ага.
Чуточку нам не хватило, чуточку. Вот так вот пока пусть постоят. А здесь это все, конечно же, надо запилить. Хватаем краску. Что там по времени-то интересно? Надо посмотреть, что по времени. Где мой бортжурнал? 22:41. Еще чуть-чуть, и скоро боты прибегут. И вот это тоже сюда. Сейчас воткнем. И соединяем трубой. Тут маленькой трубой. Совсем маленькой. Ну вот. Вроде все получилось как надо. И вот смотри, тут появился значок, что оно сейчас отправится куда-то. Смотрим. Песочек. Вау, видал? Круто! Мой маленький конвейер. Юх, классно. Здорово. Чё там по времени? Блин, уже сколько времени? Давным-давно рейд прошел. Точнее, он на меня сейчас идет еще. Так. Берем ствол. Давай сперва посмотрим, что внизу. Внизу вроде тихо. Вон фермеры лезут на гору. И здесь он тоже есть. Здрасте. Всех отстрелять. Короче, я так понял, это первая волна. Нужно ферму поддерживать, и с каждой новой волной будет прибегать все больше и мощнее роботы. Наш огород созрел. Не весь, конечно. Морковочка, то, что нам нужно было. Заново сажаем морковочку. Грядки, грядочки мои. Дерево. Дерево у нас есть, вот оно, в карманах лежит. Сейчас сюда закинем. И у нас получается 3 грядочки еще. О, покатились мешки. Где там еще один мешок? Последний мешок. Все, забираем. Расширяем наши фермерские владения. Офигеть, я только 3 мешка с грядками сделал, это получается 3 грядки. Ё-моё. Да, производство земли для грядок, это, конечно, очень дорого. Сижу я, чаёк такой пью, смотрю, а у нас всего 9 минут и на нас нападают. Пойдём смотреть, какое количество к нам прибежит. О, бегут, смотри, бегут вон снизу. Толпа бежит, карабкается по горам. Вон там тоже ползут по горам. Ну, такое себе количество. Тут вот стоит, там стоит. Блин, вторая ночь, а армия роботов как-то, ну, такой себе. Фигня какая-то прибегает постоянно. Где боты красные? Огромные здоровые боты. Но у нас уже созрел огород. Время собрать его. И посадить новую морковку. И, по-моему, сюда надо притащить фонарик. Тут очень темно. Я бы даже сделал тут, наверное, теплицу, зная бы, каких размеров в будущем будет наша ферма. Но этого я не знаю, поэтому пока что наша ферма будет на улице. Так, ну вот, я все посадил. А пока у нас есть огромное количество картошек. Мы же картошки посадили. Пойдем расстреляем тех роботов. Так, где мой ствол? Чтоб они там не топтали мои грядочки. Да что ж такое, почему краситель вечно врубается? Не хочу краситель, я хочу ствол. Все, выезжаем. Выезжаем, чтобы гасить этих роботов. Уи-у. Прибыл. Пойдем расстреливать. Так. Получайте, негодяй. Есть. Где-то еще двое вот тут были. Вон они. Вон, вижу. Получай по каске. Эй, куда он там спрятался? А ну, иди сюда. О, кстати, блин. Вот и металл, пожалуйста, подъехал. Нам же нужен был металл. Мы сейчас соберем этот металл. Точнее, соберем мусор металлический, а из него уже сделаем металлические блоки один. Чё-то пока я тут возился, уже рассвет. Смотри, сколько времени-то у нас? 3:59. Рано что-то расцветает тут. О, стой. Куда это ты побежал? Мне нужна твоя рука. Мне нужна твоя рука. Неавторизованное земледелие. Усо! Вода закончилась. Нужно идти набирать ее. Но у меня есть другой вариант. Мы в прямом смысле пойдем и будем набирать ее. Если раньше я катался на тачке, то сейчас я понесу это на своих 2. Нужно только лишь забрать насос. Хотя насос нам нафиг не сдался, нам нужен только вакуум. Насос оставим здесь. Я сейчас здесь сделаю небольшую станцию, которая будет качать нам воду. В принципе, деревяшка даже не нужна, смотри. Можно просто под водой поставить эту штуку, воткнуть в вакуум, перенастроить. Ну-ка, проверим. Во, все качается. Отлично. Но пока оно качается, я пойду своими делами займусь. Значит, бежим устанавливать двигатель. Возьмем тут немножечко топлива. Закинем сюда. Ставим, значит, двигатель. Ну все. Наша лесоповальная машина снова на ходу. Хотя,
Я что-то не уверен. А, еще же двигатель настроить. Короче, у нас есть небольшая проблемка. Это же новый двигатель, правильно? Он еще не апгрейжен. Все, на один апгрейд хватил. Надеюсь, этого будет достаточно, чтобы отвезти. Да, все, хватило. Мощи. Сейчас припаркуем лесоповалочку вот здесь вот. И все у нас будет пучком. Единственное, только надо как-то припарковать ее, чтобы она не улетела вниз куда-нибудь. Вот так вот, в камень. Все. Тогда подопрем ее. Вот таким столбом. И вроде как она не должна будет съезжать. Да, все пучком. Все четко. Все, поехали наверх. А у нас время обеда. Есть теперь морковка в достатке, помидоры, свекла. Делаем себе веганский бургер. Ну а пока у нас там бургер делается, нужно спуститься и забрать нашу водонасосную станцию. Тут уже под завязку забито. Ага, это хорошо. Забираем. Ой. Про контроллер забыл. Контроллер тоже забираем. Единственный минус — это то, что теперь контейнер с водой мне придется тащить на плечах. Это очень неудобно. Фух. Ну вот, притащил контейнер. Поставим сейчас его сюда. И теперь можно даже далеко не ходить, прямо отсюда воду набирать и все. Здесь заливать наши грядочки. Залезем на нашу вышку. С ней намного удобнее смотреть, что там у нас полито, что нет. Вроде бы все пучком. Морковка почти созрела. Скоро будет готова. Через 4 часа 32 минуты к нам прибежит рейд из ботов. Надеюсь, в этот раз их будет намного больше. Что у нас там по поводу бургера? Бургер есть. У меня как раз живот уже сводит. Давай поедаем его. Мне кажется, что наша фермерская грядка такая огромная, что она достойна, чтобы к нам прибежал красный бот. Я и не думал, что это будет так сложно. Найти их или заманить этих гигантских ботов. Что у нас по времени? Через одну минуту к нам прибегут. Смотри, волна пришла. И там, короче, вот эти стреляющие чуваки. Росомахи ко мне в гости зашли. Только вот, о, убивается, убивается. Есть контакт. Так, значит, скоро к нам прибегут красные боты. Ну, я надеюсь на это. Ты глянь, мой трактор ломают. А, божечки. А ну отошли, негодяи. Бедный мой трактор. Одно колесо, короче, они расфигачили. Саске! Опасно, вставай, 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 шашлык. Да. Пойдем разбираться с этим чуваком по-мужски. При помощи молота. Спускаемся на лифте. А ну иди сюда, негодяй. Прям на кресло водителя взобрался и хотел его снести. Фух, слава богу, не снес. Так, что мне сломали тут? Короче, вроде бы ничего, за исключением одного колеса. Свой. Отделался легким испугом. А тачка, которая у меня здесь была, ее вообще вон туда укатили, смотри. Вон она. Вон она вообще. А куда она едет? Походу, ей рулевое управление отстрелили. Ой-ой-ой-ой-ой. Она сама куда-то катится, смотри, сама едет. Жесть. Сейчас посмотрим, что у нас тут за проблемы. Ну да, седуху отстрелили. Черт. А ты чё припёрся? Поржать надо мной, да? Так, значит, двигатель мы убираем пока, отключаем его вообще. И потащили обратно. Но это, конечно, капец. Раньше они на тачки мои вообще никак не реагировали, а сейчас вдруг что-то им приспичило их размотать мне. Короче, я так думаю, что тачки мои надо поднять наверх. Смотри, что происходит. Наша лесопилка толкает мой трактор. Капец, 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 смотри, что происходит. Я еще сам упал. Сейчас мои тачки уедут вниз. Притащил на свою голову сюда, блин. Че, все упало, что ли? Ай, ну и пофиг, пускай там лежит. Я запарился уже, если честно. Смотри, кто идет. Мы дождались. Единственная проблема — это то, что у меня патронов недостаточно. Хотя нет, в достатке. Все в достатке. Все огонь. Так, а что это они там все собрались, я не понял. Эти тут стреляют. Эти там кучкуются. Тут тоже кто-то стреляет у меня. Снизу. О, лифт заработал. Это как так?
Кто-то подъедет сейчас ко мне? А нет, тут никого нет. Так, я не понял, как лифт сработал? Соединения нет. В смысле? Прикинь, мне отстрелили вот эту штуку, как она, контроллер. Блин. Проказники. О, робот сюда подошел, смотри. Так, ладно. Давай чуть-чуть спустимся вниз. Главное, чтобы меня тут никто не подстрелил. Какой-нибудь негодяй. Вот там он стреляет, я вижу. Я вижу, что он там стреляет, блин. Где ты стреляешь? Надеюсь, меня не подстрелят. Зря я, наверное, спустился. Давай-ка я сделаю вот так вот. Мы сейчас сюда залезем. Ребята, здорово. Здоровенько. О, сколько там? Вот этих надо первым делом уничтожить. Готово. Что за тусня у вас, ребят? Так, ну давай теперь крупного бомбить. Интересно, сколько у меня патронов надо? Кстати, они что-то на меня не нападают. Подожди. Оп. Давай спустимся, ладно, спустимся. Я подъемник оставлю здесь. Просто ради интереса, что они на меня не нападают? Они на меня не злятся? Подъемник, давай быстрее. Пока, ребята, пока. Фух, вот это обосратушки. Так, но есть одна проблема в том, что вот этот чувак, он может стрелять какой-то фигней. И... А что у меня с подъемником? Они подъемник ломают, прикинь? Так, мне надо срочно бомбануть вот этого чувака, иначе он зарубит меня своим тесаком. Все! Я его мочканул! Нифига себе, у него на днище, ты видел, какой бур был? Теперь надо разобраться с вот этой мелкотой. Фух, ну это было, в принципе, просто. Я думал, будет потнее. Получайте. Осталось только со всей этой оравой разобраться. Еще бы понять, сколько я выпустил патронов в этого гиганта. Сколько тут материала. О, это что такое? Ключ от склада. Подожди, наконец-то мы этот ключ нашли, долбанный. Аллилуйя. Давай-ка, место есть, забираем. Здорово, ключ-карта, вот она. Активирует лифт на складе. Нифига себе, наконец-то. Короче, это была 10-я волна. На 10-й волне появляется вот этот бот. То есть, грубо говоря, 10 ночей мне понадобилось, чтобы этот бот к нам прибежал. Ну что, я тебя поздравляю. Нам, конечно, много чего поломали, но это даже к лучшему. Например, лифт мы все равно хотели с тобой переделывать. Короче, на сегодня это все. Если тебе понравилось, то не забывай ставить лайк под этим видео и подписываться, если ты еще не подписан, чтобы не пропустить других крутых видео. Пока, увидимся в следующем видео.